Друзья, всем привет. Решил выйти в эфир, поотвечать на вопросы, пообщаться с вами, узнать, как у кого дела, вот, и сказать про то, что есть и хорошие новости иногда, да, там, в нынешней ситуации, да. Понятно, что радоваться сейчас не хочется, конечно, да, и очень много всего происходит. Но жизнь продолжается, да, и, как я уже говорил, там, меня тоже это все коснулось. У меня у близкого человека, там, у моей жены, там, и родители, и друзья, вот. Честно скажу, уже не хочется все это обсуждать. Понятно, что мало мы там чего можем изменить, вот, поэтому попрошу сегодня сминимизировать количество вопросов, касаемых сами знаете чего, да, там вот, и так уже хватает, там, скажем так, информации по этому поводу, вот, каждый для себя выберет тот источник, откуда он черпает ответы, вот, я не политик, вот, поэтому давайте вопросы, касаемые того, в чем я разбираюсь, это маркетинг, психология, бизнес, да, вот, ну, и, может быть, какие-то жизненные вопросы, возможно, я кому-то смогу ответить, вот. Давайте максимально уважать друг друга, вот, и, соответственно, жду ваши вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот. Пока пишите вопросы, вот покажу, издательство АСТ, вот я вот специально заказал с сайта книгу, вот книга пришла уже, эту книгу можно уже заказать на сайте Book24, вот у меня в сторис ссылочка есть, вот, и, соответственно, в ближайшее время эта книга появится в книжных магазинах. О чем книга? Я эту книгу написал для не только для маркетологов, но и для предпринимателей, для фрилансеров. Вот, и тем более, что сейчас вот многие из вас переживают сложное время. И как раз-таки вот в этой книге я описал свой путь становления как маркетолога. И поверьте мне, были разные ситуации сложные, да, там и все это я описал там, рассказал. И написал, как из этого выходить. Это лично мой опыт. Вот. И у меня были действительно сложные, трудные ситуации, даже там, связанные со здоровьем, да, там, с болезнями, вот, с долгами, с кредитами, с судами. Там, ну, в общем, куча всего было. И я через все это прошел, и через любую ситуацию, я уверен, я пройду. Вот. Поэтому, кому хочется сейчас, так сказать, почувствовать хотя бы каплю поддержки, да, там, от человека, которому вы доверяете, которого вы там смотрите, читаете, слушаете, то бишь меня, да, вот, можете заказать эту книгу, еще раз говорю, на Book24, вот, она стоит там порядка 600 рублей, вот, и я уверен, что она вам поможет, потому что уже есть сотни отзывов положительных по этой книге, да, там, по этой книге можете посмотреть отзывы у меня в сторис, вот, и также есть подарочный вот такой вот вариант, который я сделал в ограниченном тираже, всего 500 штук, уже осталось там меньше 200. Вот, этот тираж, он, видите, такой подарочный, с другой обложечкой, да, там он больше. Здесь также будет мой автограф и доступ к бонусам. Там есть пару уроков, которые из курса комплексный маркетинг, я их даю абсолютно бесплатно каждому, кто покупает книгу. Вот. Так, вопросы вроде бы были, но давайте посмотрю. По жизненным вопросам. Рекомендуешь ли ты крупные покупки сейчас или ждать окончания кризиса? Хороший вопрос. Моя позиция, на самом деле, очень схожа с позицией Аяза. У него там телеграм-канал есть, возможно, вы даже на него подписаны. Кто не знает, я с Аязом работал в течение 2 лет. Был директором по маркетингу, был спикером. Можете найти мои выступления в лайк на YouTube. Может быть, даже до сих пор там крутят. Также я был партнером Аяза. У нас был общий образовательный проект. Курс «Премиальный взлом матрицы». Вот вел его я, 2 потока мы отвели. Вот, в общем, я плотно так работал в компании. И сегодня как раз Аяз отвечал на вопрос, что делать там с долларом, не долларом. Покупать акции, не покупать. Вот наша позиция в этом плане очень похожа. Я считаю, что если у вас нету там 5-10 миллионов долларов, да, там в кэше или где-то, вам вообще не стоит париться. Объясню почему. Это абсолютно моя позиция, да, там можете с ней согласиться, можете нет.
Ну, раз вы меня спрашиваете, видимо, я имею для вас авторитет. Так вот, у меня пару дней назад была встреча с одногруппниками из университета, и меня мой одногруппник Дима тоже спросил: «Макс, а ты что делаешь с деньгами, чтобы их сохранить?» То есть он мне говорит: «Нужно сейчас срочно покупать доллары, значит, нужно покупать акции, нужно покупать биткоины». Казалось бы, позиция здравая, но я ему что ответил? Я ему говорю, что: «Дим, давай предположим, да, вот ты сейчас купишь там, не знаю, сколько у тебя там денег, там 3-5 миллионов, да, вот у него там сбережений, ты сейчас купишь, не знаю, там доллары, либо акции. Окей, предположим, ты даже заработаешь на этом. При самых лучших показателях, конечно, сейчас все очень быстро меняется, но возьмем самые лучшие показатели, скажем, прирост 30% годовых, да, это очень хороший показатель даже для каких-нибудь там финансовых брокеров, ну, даже, окей, 50%. Получается, он с 3 миллионов рублей сделает там условно 4,5 миллиона. Казалось бы, хороший плюс, да? Но это позитивный исход событий. И даже с учетом этого позитивного исхода событий, в течение года он будет тратить кучу времени, сил, энергии на то, чтобы следить за курсом, чтобы, соответственно, в какой-то момент, значит, что-то купить, что-то продать. Это дикий стресс, поверьте мне. Я в этом стрессе находился, когда купил биткоины где-то года 4 назад. Тогда биткоины стоили, значит, 6-7 тысяч долларов. Вот, мне мой товарищ, с которым мы делали бизнес, посоветовал срочно купить биткоины. Я побежал, начал покупать. И уже тогда начал биткоин расти. Он вырос в тот день, когда я их покупал, до 12 тысяч долларов. А, значит, после этого он начал скатываться вниз. Упал до 2-3 тысяч долларов. Вот, у меня был дикий стресс, потому что, ну, как бы сумму я нормальную вложил тогда. Не скажу, что космическую, но по тем меркам для меня это было существенно. Вот. И я целый год жил в стрессе. Я скачал приложение, я каждое утро проверял курс биткоина. Я не понимал, нужно ли его продавать, нужно ли покупать. Все говорили разные. Кто-то говорил, биткоин пойдет вверх, кто-то говорил, биткоин пойдет вниз. В итоге вот такая катавасия у меня длилась примерно там 2-3 года. И в какой-то момент я, естественно, забил хер на этот биткоин. Я уже забыл про то, что у меня там лежат деньги. И когда они мне понадобились, я зашел просто на биржу, продал их. Плюсанул, не скажу, что прям гигантский какой-то плюс, но да, получил плюс. Но столько стресса и энергии, и времени я потратил на это, ну, на эти биткоины, что лучше бы я эти деньги вложил в какого-то клиента, чтобы я там лишнего клиента нашел, поработал спокойно, да, и заработал бы эти деньги. Поэтому вывод из этой ситуации следующий. Мой совет, что лучше эти деньги, еще раз говорю, если у вас там не 5, не 10 миллионов долларов, лучше идти и, не знаю, там, потратить на себя, на эмоции, на семью. Да? Потому что никто сейчас не знает, что будет с акциями. Вот, понимаете, вот раньше, да и сейчас, да, если вы там придете, ну, сейчас уже нет, как бы, да, там, ну, год назад, например, если бы вы пришли, например, в компанию какую-то, да, там, финансовую, фонд какой-нибудь, да, там, и сказали: «Я хочу, соответственно, вот, плюсануть свои деньги, что вы мне посоветуете?» Они вам составили портфель инвестиционный, да, который состоит из, соответственно, низкорисковых, среднерисковых и высокорисковых инвестиций, акций, да. То есть, какие компании нужно купить. И в низкорисковые инвестиции попадали, например, такие компании, как Сбербанк. Сегодня, по моим источникам, акции компании Сбербанк упали на 90%, да, если это не фейк, конечно. Соответственно, это раньше была низкорисковая инвестиция. То есть все были настолько в ней уверены, что, ну, как бы вот портфель на 50% состоял вот из таких акций. Сейчас, соответственно, они пошли в минус. Что это значит? Это значит, что никто вам гарантий никаких не даст никогда. Если вы не профессиональный финансист, если вы не занимаетесь этим там, 20 там, лет, 30 лет, вообще не суйтесь туда. И, ну, это все равно, что, знаете, спросить, нужно ли сейчас там, не знаю, там ехать куда-то жить, да, там, никто вам гарантию не даст, что туда, куда вы приедете жить, будет намного лучше и безопаснее, чем то, где вы сейчас находитесь. Нет гарантий, понимаете, вот, и поэтому это первое, да, вот, ответ на вопрос. Вторая часть ответа на вопрос, что это бессмысленно с точки зрения финансов, ну, для вас конкретно. Я не говорю, что инвестиции – это бессмысленно, я говорю, что бессмысленно, когда к вам прилипает там ежемесячно там 30-50 тысяч рублей или там в год там 100-200-300 тысяч – это копейки. Это реально копейки. То есть, ну, понятно, что если вы там зарабатываете, не знаю, 10, 20, 30 тысяч рублей в месяц, да, для вас это не копейки. Но если вам прилипло 300 тысяч рублей, значит, у вас есть условно там 2-3 миллиона рублей, правильно?
Я вам посоветую лучше эти деньги вложить в рекламу, лучше эти деньги вложить в свой Инстаграм. Если Инстаграм заблокируют, вложите его в ВКонтакте. То есть вложите эти деньги действительно в актив. Актив в данном случае это не акции, это не биткоины, это не доллары, понимаете? Актив это ваш бизнес, это ваше дело. И когда вы на своем деле заработаете 5-10 миллионов долларов, тогда уже нанимайте себе финансиста и занимайтесь инвестициями. При этом, если ваши деньги там потеряются, там куда-то уйдут, вы не будете из-за этого переживать. Вот что я посоветую. Поэтому успокойтесь, расслабьтесь. Я уверен, что из людей, которые меня смотрят, нет у меня тут долларовых миллионеров, да. Поэтому расслабьтесь, успокойтесь, живите, как жили, и просто работайте. Улучшайте свои навыки, значит, там, не знаю, поддерживайте свою семью. Ваши деньги уже сейчас нужны вашим семьям, близким, детям и знакомым, да. А не американским компаниям, да, там, или там куда-то, понимаете? Еще раз говорю, никто вам гарантии не даст, что будет с долларом, что будет с биткоинами, что будет с акциями. Вот завтра, не знаю, там что-то взбредет в голову нашему правительству, и у нас, не знаю, отменят там валютные акции, ну, точнее, валютные эти, как они там, ну, обмен валюты, да, все, и что вы будете делать? Или там, не знаю, закроют валютные счета, не знаю, да что угодно может произойти. Понимаете, вот, поэтому вот такой ответ. Дальше. Следующий вопрос. Так, я посмотрю. Я про то, что все обесценивается сейчас, машины, квартиры, цены растут каждый день. Все обесценивается, хорошо, все обесценивается. Вот ты покупала, не знаю, там, хлеб за 50 рублей. Завтра будет хлеб стоить 55 рублей. По-твоему, это вот обесценивание, да? Это официальный ответ сегодня вот от России, да, там от правительства России, что цены будут держать на там, продукты первой необходимости, да? То есть там с Ашан с другими сетками договорились. Даже если они повысят цены в два раза, и ты будешь покупать хлеб не за 50 рублей, а за 100 рублей, это что, это какая-то смертельная опасность, скажи мне? Поверьте мне, на хлеб, на соль, на воду, на масло, да, там, на сало, условно, да, там, не знаю, там, на что-то, у вас деньги будут. Как минимум, вы меня смотрите же с какого-то смартфона, правильно? Значит, деньги у вас есть на смартфон, правильно? Вы беспокоитесь за квартиры, за машины. Я уверен, что вы не на вокзале сейчас там смотрите мой эфир, у вас есть где жить, да, и как минимум, если вы там мечтали о Audi или там BMW, вы переживете. Там нормально будете себя ощущать и без Audi, и без BMW. Поездите на общественном транспорте, да, там, либо пешком походите. Это полезно для здоровья. Поэтому еще раз говорю, не надо паниковать. Нету никакой смертельной опасности. Если она появится, ее вас, не знаю, убьют, не дай бог, вам уже будет похуй. Вот, поэтому хватит разводить панику. Поддерживайте своих знакомых и близких. Все, думайте о себе и своих близких и родных. Не надо думать об американских акциях и о машине Audi. Знаете, это последнее, о чем нужно сегодня думать. Вот это мой ответ будет. Так, дальше. Что тут у нас? Хочу пойти на ваш курс по стратегическому маркетингу. Подскажите, пожалуйста, сейчас нет рассрочки, только кредиты. Нет ли у вас внутренней рассрочки? Да, действительно. Это не мое решение, это решение банка Тинькофф, чтобы на время отключить возможность давать рассрочку клиентам. Вместо рассрочки вам предлагается взять кредит. Естественно, там будет повышена ставка. Но другого варианта сейчас там, как-то кредитнуться и взять мой курс нету. Я цены не собираюсь понижать, потому что я уверен в своем продукте, в качестве своего продукта. И что бы там ни происходило, все равно крупные компании и там, другие клиенты нуждаются в хороших маркетологах. Я считаю себя хорошим маркетологом, и люди, которые у меня обучаются, они тоже классные специалисты. Это подтверждение этому, это то, сколько они зарабатывают после курса. Можете им еще раз написать, спросить, я выкладываю отзывы, на сайте все это есть. В среднем 500 000-1 000 000 у меня ученики зарабатывают. Это подтверждение того, что они хорошие специалисты. За хорошие продукты нужно платить хорошую цену. Вот, поэтому, если вы долго думали, чесали жопу, там как бы не покупали у меня раньше, это, ну извините, ваши проблемы. Поэтому, ну кредитуйтесь по 20%. По поводу внутренней рассрочки, у меня ее нету. Я не верю клиентам, которые мне говорят о том, что они мне заплатят сегодня 20 тысяч рублей, и в течение там, 2-3 месяцев, когда будет идти курс, они мне доплатят. Я не буду за вами бегать, я не суд, я не пристав, понимаете?
есть большой шанс, что вы мне просто киданете. Вот. А так как мне тоже нужны деньги, и поверьте мне, я не буду бегать за там мальчиком из Самары или там девочкой из Петрозаводска, чтобы они мне доплатили деньги, звонить и требовать свои там деньги обратно. Вот. Поэтому у меня нет внутренней рассрочки, примите это как факт. Вот. Ну, как бы, если вам действительно нужно, я уверен, что вы деньги найдете. Вот. Я никого не призываю у себя покупать курсы, можете купить курсы подешевле, вот, у кого-то. Но если уж вы решили покупать у меня, то, ну, как бы, значит, вам это важно, значит, вы видите в этом ценность. Поэтому, как бы, ну, если видите в этом ценность, ну, значит, найдете деньги. Вот. Или на худой конец возьмете в кредит. При этом даже с повышенной ставкой, там сколько там получается, ну там 20% сверху накидывается. Причем эти 20% раньше платил я. То есть когда была рассрочка, и вы покупали у меня курс, скажем, за 300 тысяч рублей, мне на счет падало 265 тысяч. Я платил за вашу рассрочку. То есть мне, в принципе, выгоднее, что вы сейчас будете кредитоваться. Ну как бы это жестко не звучало. Вот поэтому, короче, если вы будете зарабатывать после курса 1 000 000 рублей в месяц или 500 000 или хрен с ним 300 тысяч рублей, поверьте мне, вы этот кредит закроете за месяц, за два. Поэтому переживать и как-то там париться по этому поводу вообще никакого смысла нету. Поэтому идите, обучайтесь, получайте знания, развивайтесь как специалисты и помогайте себе и своим близким, своей семье, соответственно, деньгами. Вот. Сейчас единственный вариант, что можно и нужно делать, это вкладываться в себя, в свое развитие и не на марафоны желаний ходить, да, где какая-то, ну, неебическая хуйня происходит, да, и вряд ли вы эти навыки как-то конвертируете в деньги, а конкретно твердый навык от твердого специалиста, который написал, я уже сказал, там, книгу, да, в этой книге все написано, мой опыт. Если вы не знаете, кто я, можете там, не знаю, в Google вбить, там, посмотреть, кто такой Макс Белоусов, с кем работал и отзывы. Слава богу, про меня никакого говна, хейта и там разоблачений пока что нету, вот, поэтому, значит, видимо, я все-таки стоящий специалист, вот. Ну и давайте дальше пойдем. Какие там еще вопросы? Доллар уже по 300, ну и заебись. Ну, за 300 рублей я точно покупать доллар не буду, поэтому пусть там мои деньги лежат, я на них лучше куплю что-то с российского рынка. Пошли нахуй американцы, вот что я отвечу. Хоть по 1000 пусть продают. Так, что тут у нас дальше? Какие прогнозы по SMM и маркетингу, куда давать акцент сейчас? Я вам скажу точно, куда не давать акцент, это не заниматься пропагандистской херней, потому что я сейчас натыкаюсь на кучу разной пропагандистской шляпы, да, вот то, чем занимаются сейчас маркетологи, там, с одной и с другой стороны, да, вот, ну, я никого не хочу там оскорблять, унижать там или как-то там что-то говорить, но вот то, чем не надо заниматься, это вот этим, потому что конкретно вам это вообще никак не поможет, а скорее всего даже навредит, потому что вас там возьмут под карандаш одна или другая сторона, и потом вы там огребете проблемы, потому что война закончится, а вам как-то жить потом с этим. Политики договорятся, а вы вряд ли договоритесь, да, с кем-то. Так. Что тут у нас еще? Стоит ли урезать рекламные бюджеты? Почему стоит урезать рекламные бюджеты? Ну, то есть, вот в чем логика урезания рекламных бюджетов? Наоборот, если кризис, если сложные времена, нужно, наоборот, вваливать больше денег в рекламные бюджеты. Опять же, моя позиция, не только моя. Когда у Аяза, опять же, когда я у него работал, когда у него была жопа в бизнесе, а его жопа в бизнесе исчисляется большими деньгами, больше жопы, чем у вас сейчас, поверьте мне, потому что у него было 200 франшизников, которые хотели возврат денег, а франшиза у него стоит 500 000, миллиона, то и больше. У него была куча хейта, говна, негатива, это еще до Ковалева, это где-то года 3-4 назад. Мы еще тогда были не в Москва-Сити, а работали на Мариной Роще. Куча сотрудников, значит, не получала зарплаты тогда, была реально жопа в компании. И что сделал Аяс в тот момент? Он, конечно, мог сесть и сказать, пиздец, все плохо, а он просто ввалил больше денег в маркетинг. Соответственно, вылез из задницы, сейчас, соответственно, переехал в Москва-Сити, работает, зарабатывает деньги. Поэтому, если есть какая-то жопа, надо, наоборот, собираться с большей активностью хуярить. Вот. Это, опять же, моя позиция. Да? Понятно, что сразу не получается, вам нужно отойти от аффекта, да, там, от стресса, от негатива, но
Не знаю, как вы, у меня вот так. То есть, да, я тоже в ахуе был 3 дня, я ходил, не знал, что делать, вот, но потом включается мозг, если он есть, да, вот он включается, и как бы ты начинаешь действовать. То есть направлять свои эмоции не на чтение телеграм-каналов, где там какая-то вообще пиздец какой-то происходит, вот, а на какие-то конкретные действия. Вот поэтому вваливайте больше денег в маркетинг, вот именно сегодня, больше работайте, обучайтесь, да, там, и не паникуйте. Ваша паника никому не поможет. Вот посмотреть, не знаю, фильм «Титаник». Вот те, кто паниковал, вот что с ними произошло, да, вот просто посмотрите фильм «Титаник». Вот. Как бы очень показательно. Вообще, в принципе, когда человек паникует, никому хорошему это не даст ничего. Вот у меня жена, она паникер, да, вот я боюсь представить, если бы она сейчас была там по ту сторону, скажем, да, там вот у нее сейчас родители там, это был бы пиздец, реально, потому что я тоже паникую, я тоже человек, но, понимаете, я вот сейчас обращаюсь к мужчинам. Я знаю, что вот сейчас вот мужчины меня смотрят. Ваше самое важное, что вы можете сейчас сделать, если у вас есть жена, женщина, там, девушка, дочь, мама, это им транслировать спокойствие и уверенность. Даже если у вас внутри полный пиздец, даже если вы сами не знаете, что будет, никто не знает, что будет, транслируйте уверенность. Потому что самое важное для женщины – это ощущение безопасности. Вот что от вас ждут ваши женщины, там, дочери, мамы и так далее, сестры, жены, да, там, вот. Транслируйте уверенность, спокойствие. Вот что я и начал делать, как бы, да, это тяжело, да, это нужно собраться с мыслями. В этом помогает спорт, пожалуйста, идите. Вот я боксом занимаюсь, я каждый день хожу в качалку, можете тоже ходить, там, не знаю, там, пиздить грушу. Там, не знаю, качаться, бегать, делать что угодно, не знаю, дрочите, но вот не надо паниковать, вы не женщины, понимаете? Сейчас и так пиздец, много паники. Женщинам позволяется паниковать, мужикам вообще нельзя паниковать. Потому что если, блядь, паникует мужик, ну это все, это, блядь, финал. Дальше. Так. Как думаешь, будут ли уходить иностранные компании с рынка РФ? Ну, крупные компании какие-то могут остаться. Там какие-то мелкие игроки, скорее всего, да, уйдут. Вчера принесли вашу книгу в подарок. Супер, очень рад. Книга действительно хорошая, я горжусь этой книгой. Сейчас пишу уже вторую, вот поэтому заказывайте книгу, она действительно крутая. Я в нее вложил душу, весь свой опыт. Так. Девальвация рубля возможна? Да все возможно в нашей стране. Все возможно. Я уже ничему не удивлюсь. Так, вопрос не по теме. Почему ты в блоке у Игоря Мана? Это не я у него в блоке, это я его заблокировал. А это разное. Это я сделал первый шаг, а не он. А почему? Потому что на мой вопрос, который я задал в комментариях, почему он считает себя топ-1 маркетологом России и СНГ, он какую-то хуйню мне ответил. Я посчитал, что ну, как бы, это не ответ специалиста, вот, поэтому, ну, как бы, я снял про него видео, да, типа, того, что, типа, Игорь Ман почему-то номер один, вот, он тоже как-то вот особо не отреагировал, не ответил, ну, как бы, и я его хуйнул в черный список. О чем вообще не жалею, я считаю, что Игорь Ман уже давно пора на пенсию. Как бы, ну, понимаете, это не жестко, это я не обсираю никого-то, да, это почему я так говорю, потому что вот, если мне будет 60 лет или сколько ему там, да, ну, не можешь 60-летний специалист по маркетингу знать все тренды, говорить на одном языке с аудиторией, да, там, молодежью и так далее, да, там, как бы, и, в принципе, то, что он рассказывает, я же смотрел, я же следил за ним. Ну, об этом рассказывал, не знаю, Котлер лет 50 назад, понимаете? Ну, я тоже читал Котлера, я тоже читал там всех этих основоположников маркетинга, но, блядь, сейчас 2022 год, сейчас не, блядь, 2000-е, понимаете? Возможно, я ошибаюсь, простите меня, там, фанаты Игоря Мана. Игорь Ман тоже, если ты меня смотришь там с какого-то там левого устройства, прошу прощения, я уважаю тебя как специалиста, классно, что у тебя есть там издательство «Ман, Иванов и Фербер», я, мне кажется, 1500 вложил там в твои книги, да, там, в твоем издательстве, покупая их, но, как бы, ну, это моя позиция, не только моя, например, там, у них было очень интересное видео, батл с Ильей Балахниным, можете найти, там, Игорь Ман против Ильи Балахнина, и Илья Балахнин его, ну, заткнул за одно место, прям очень красиво, классно, посмотрите, мне понравилось. Вот, если меня спрашивать, кого я считаю специалистом крутым, за кем я слежу, это, опять же, Илья Балахнин, это мой товарищ, да, там, мы неоднократно с ним виделись, хотели вместе работать, но просто не договорились по условиям, вот, я его считаю крутым.
Также я считаю крутым Kumar VS, да, Q-маркетинг. Вот они даже мне предлагали стать директором по маркетингу в их развивающейся, значит, стартапе, который купил сейчас, по-моему, там кто там, English First или кто-то, да. Вот, они сейчас на азиатский рынок выходят, предлагали мне тоже, соответственно, там поработать, но тоже не договорились по условиям, потому что я как бы, ну, стою уже выше среднего рынка. Но я бы с удовольствием с ними поработал, реально крутые чуваки. Вот, ну, много кого могу назвать, поэтому не думайте, что я только всех обсираю, да, как бы у меня тоже есть свои кумиры, и я могу как бы объяснить, почему я считаю этих людей действительно теми, за кем нужно и стоит следить, которые как бы в теме, так скажем, да, там того, что сейчас в маркетинге происходит. Так. Ну, вот как раз спрашиваю про азиатский рынок Филиппины, вот как раз Q-маркетинг, вот они на азиатский рынок Филиппины выходят. Так. Что за курс у тебя сейчас? Можно в двух словах. Курс «Стратегический маркетинг и консалтинг». Я помогаю маркетологам и специалистам зарабатывать больше без создания онлайн-школ и прочего геморроя. То есть я помогаю повысить чек на ваши услуги, чтобы вы работали не руками, а головой, чтобы вы не таргет делали, не сайты там по 100 штук в день, да, там, как вот мне пишут каждый день там в директе: «Максим, добрый вечер, я делаю сайты на тильде за 5000 рублей, не нужен ли вам сайт? Или там за 3000 рублей я вам оформлю топлинку». Вот что такой хуйней не заниматься, да, вот, можете пройти мой курс и работать с нормальными проектами, с крупными компаниями, там, не знаю, с теми же самыми онлайн-школами, как консультант, как стратегический маркетолог, потому что башкой сейчас мало кто думает из маркетологов, все как чернорабочие шпаклюют стены, делают сайты, настраивают рекламу, делают креативы. А человека, который разрабатывает, может разработать стратегию развития проекта компании, которая реально всем нужна, их мало на рынке. Вот. Ну, какой сейчас вариант? Пойти там какой-нибудь там Boston Consulting Group, да, там консалтинговую компанию, заплатить 30 миллионов рублей за стратегию, да, ну, как бы не каждая компания может себе это позволить. Вот поэтому нужны специалисты, которые стратегически мыслят. То есть не фишечники, да, там не какие-то прикладные навыки, которые умеют, а в общем могут мыслить, ну, вот, категориями, что делать бизнесу, да, там, куда идти, что использую, какие каналы и так далее. Вот этому я учу. Можете прийти ко мне обучиться. Так. Так, вопросы. Читаю ваши вопросы, задавайте. Так. Как изменится сейчас механика продаж? Как изменится механика продаж? Ну, чего точно не стоит делать, да, это, ну, давить на жалость или чувствовать вину и обиду. Я об этом уже написал, мне кажется, один из первых. Потом, не знаю, насколько это правда-неправда, но потом меня подхватили, все начали про это тоже писать. Да, там не буду называть тыкать имена, но прям как будто бы мой эфир просто разложили, да, там мои ответы в сторис, как бы, и начали это все публиковать в постах. Еще раз повторюсь, то, что происходит сейчас в мире, в стране вашей, вы же не переживали, когда, не знаю, там африканцы голодали, там, не знаю, там, зарабатывая $1, не знаю, в месяц. Вы же, блядь, ну, как бы, вы же нормально жили, продавали, кайфовали, вон там Блиновская, блядь, за 300 лям в день рождения себе справляла в Африке, да, как бы и похуй вообще, понимаете? Ну, естественно, да, это ближе уже проблема, да, или там она в вашей стране еще где-то. Но жизнь, блядь, от этого не останавливается, ребята. Ну, то есть, да, случается жопа, да, случается хуйня, да, там, пиздец. У меня других слов нету, да, извините за мат, но, как бы, вам и вашим семьям тоже нужны деньги, а людям, вашим клиентам нужны ваши услуги. Так идите и несите добро в мир тем, что вы будете помогать людям вот так. Понимаете, вот вы как человек, единица, можете условно помочь только своей семье, там, поговорив с ними, дав им деньги. А ваш бизнес может помочь тысячам. Ну, так идите и помогайте тысячам людей, так, как вы умеете делать. Вот если вы охуенный фотограф, идите фотографируйте, я не знаю. Там, если вы охуенный бизнесмен, идите бизнесом занимайтесь. Если вы охуенный, я не знаю, там, блядь, стриптизер, там, на OnlyFans у вас, там, не знаю, аккаунт, ну, идите еще там член свой покажите, там, чтобы еще больше людей вам скинули донат. Ну, делайте то, что вы умеете. Вы, блядь, не военный, вы не политик. Я не военный, не политик. Понимаете, и то мне пришлось отвечать в сторис на какие-то вопросы, потому что, к сожалению, у людей две извилины, блядь, в башке, понимаете. Ну да, приходится. Ну, я не политик, понимаете, я сейчас не иду, блядь, у меня нету на созвоне Путина, о котором я сейчас скажу, там, мы с ним переговариваемся, что делать, понимаете, вы никак не влияете на эту ситуацию вообще, понимаете, поэтому идите влияйте в те зоны, в которые вы реально имеете влияние, вас люди ждут, ваша аудитория, ваши клиенты, выйдите, они также сыкуют, им хуёво, им плохо, дайте им, предоставьте счастье через свои услуги, продукты, все, вот это моя позиция,
Ничего стыдного в этом я не вижу. Стыд нам сейчас прививает Запад, чтобы мы, блядь, сложили руки, сели и охуевали, понимаете, на очке сидели, ничего не делали. Вот это хочет от нас и Запад, западная пропаганда. Хотите ей поддаваться, идите, пожалуйста, сидите, можете себя закопать сейчас в могилу, вообще ничего не делать, понимаете, вот. Если все-таки, ну, вы здравый человек, взрослый, ну, как бы, жизнь продолжается, как бы это жестко ни звучало. Во Вторую мировую войну, как я уже в сторис писал, да, там люди и рожали, и семьи заводили, да, там, и, блядь, и счастливы были и так далее. Спросите у своих прабабушек, прадедушек. Вы же с ними не общались, блядь, последние 30 лет, если они живы? Идите пообщайтесь, как они жили во Вторую мировую войну. Как они, блядь, родили вашу маму, которая родила вас. Если все было хуёво и пиздец, понимаете? А вы, блядь, спрашиваете, как мне продавать. Да они, блядь, детей рожали под бомбежками, понимаете? А вы, блядь, спрашиваете, а как мне продать свой курс, понимаете? Вот, извините за жесткость, конечно. Так. Так. Так, ребят, еще раз, если вас напрягает мой мат, пожалуйста, удалитесь. Я не заставлял вас заходить на этот эфир, вы сами на него зашли. Вот. Где моя человеческая сущность? Мне пишут, не хватает словарного запаса. Нет, словарного запаса мне очень хватает. Я читаю много книг, у меня дома целая библиотека, еще на балконе. Я в год читаю примерно 100 книг. Я думаю, что вы и 10 не читаете за год. Вот поэтому словарный запас у меня очень большой, поверьте мне. Я очень образованный человек. Но когда я не могу быстро подобрать какие-то фразы и слова, и когда я хочу эмоционально окрасить свои слова, чтобы вас лучше убедить, я для вас сейчас выхожу в эфир, мне деньги за это вы не платите. Вот, поэтому... Я использую мат. Мат использует Тони Робинс. Я вот с Тони Робинс 3 года работал. Можете посмотреть его, ну, там, эти всякие там, ну, выступления, вебинары. Он тоже часто матерится. Мат – это не для того, чтобы обидеть кого-то, а для того, чтобы немножко вас включить в вашу психику. Да? То есть мат – это определенная NLP-методика, да, которая якорит определенные смыслы в вашем сознании, да, и немножко вас включает. И это эмоциональная окраска. Вот поэтому, еще раз говорю, не нравится, пожалуйста, не смотрите. Так. У кого еще какие вопросы есть? Так, дорогие мои агитаторы с Украины, я не знаю украинский язык, к сожалению, да, хоть у меня жена из Украины, поэтому все, что вы там пишете, я не понимаю. Пишите либо по-русски, либо удалитесь, пожалуйста. Так, сейчас я... Там женщине плохо от моего мата или мужчине, я удалю. А то ей плохо прям. Так. Не помню, как на вас подписался. Все ваши слова откликаются в душе. Спасибо большое, очень приятно. Почему ты перестал работать с Тони Робинс и Саязом? Как раз про это я и в книге написал. Можете прочитать, если вкратце, то... понимаете, есть люди, которые... хватаются за возможность, они за нее цепляются, да, и боятся идти дальше. Я не из таких людей, я если понимаю, что я сделал все, что мог, и с того места, где я работаю, я выжил максимум, и из меня тоже выжили максимум, я иду дальше. Я не боюсь нового, я не боюсь перемен, я люблю новое, я люблю новый опыт, люблю расти и развиваться. Вот поэтому какой бы крутой проект ни был у меня в портфолио, как бы нужно идти дальше, нужно покорять новые вершины, вот именно поэтому. Что у Тони, что у Аяза, все было классно, круто, заебись, вот, я ни о чем не жалею, все было клево, да, были трудности, сложности, они везде в любой работе, но я горжусь своими результатами, которые я дал этим клиентам, просто нужно было идти дальше, вот, и я не жалею, что я пошел дальше, каждый мой следующий проект, он был мощнее, интереснее, глобальнее, вот, поэтому вам того же и желаю. Так. Давайте, вопросы задавайте, я тут ради вас сегодня, да, вот решил... поотвечать, пообщаться. Немножко вышел из анабиоза, да, вот, решил с вами поделиться своей уверенностью, да, вот, и чтобы вы не паниковали, вот, давайте, задавайте. Спасибо, Макс, пожалуйста. Так, ну что вы стесняетесь? Давайте пишите. Неужели тут только это пропагандисты у меня в прямом эфире сидят? Так, спасибо за слова поддержки и уверенности в эти сложные времена. Да пожалуйста, да и вы тоже это делаете. Не разводите панику, ребят. Лучшее, что вы можете сделать против войны, это жить. Понимаете, вот лучшее лекарство против войны – это жизнь. Запомните, жить. Продолжайте жить. Все, вот жить.
Рожать детей, кайфовать, там, даже если над вами, бля, летает бомба. Живите, кайфуйте. Все, вот этим вы покажете, что вас не сломите, вы сильные. Вот, именно этим. Максим, у тебя большое будущее, но менее огромное настоящее. Сложно сформулировали, конечно, но приму за комплимент. Ладно. Ваш прогноз про рынок инфобиза. Серьезный спад будет. Ну, спад определенно будет, но в любом случае сейчас нету, а тем более в нынешних реалиях, нету другой возможности людям образовываться. Да, то есть, например, если вы хотите изучить маркетинг, или, например, как я вот сейчас вот, там, преподаю стратегический маркетинг, да, этого нигде вы не изучите. Ни в каком университете, ни на какой кафедре этого не преподают. Тем более, что сейчас такое вот время, да, где вы будете обучаться. Понимаете, даже на скиллбоксе там нормально этого не преподают, потому что ну, я сам выступал на скиллбоксе, там преподавателям платят по 5000 рублей за эфир. Ну, как бы вряд ли нормальный чувак как бы с опытом пойдет туда за 5000 рублей что-то рассказывать. Вот поэтому, к сожалению, сейчас вот так вот, да, то есть есть какие-то вот такие точечные специалисты, которые, ну, наработали опыт, как я, да, вот этим опытом практическим я делюсь. То есть я не рассказываю то, что я где-то прочитал, я сам эти стратегии делаю, уже 2 года я их продаю, у меня есть подтвержденные, пожалуйста, там, договора, счета, могу всем показать, можете зайти на Русспрофайл мой, ИП, Белоусов Максим Владимирович, проверить, сколько я налогов плачу. Откуда эти налоги? Это налоги не с физических лиц, это не с инфобизнеса, а с юридических лиц. Вот поэтому как бы я просто вам рассказываю то, что я умею делать. Кому нужно, пожалуйста, изучайте. Кому нет, ну идите там на марафон Елены Блиновской, либо там, не знаю, там, как там, не знаю, там, таргет настраивать в Фейсбуке. Там, не за 5000 рублей, а за 7500. Ну, как бы, ну, у каждого свой выбор. Так, как сейчас лучше делать запуски? Как? Да, как делали, так и делайте. Ну, какая разница, господи. Как лучше? Да я вообще в запуски не верю, ребят. Вот, как бы, да, я их делаю, но, понимаете, я не хочу называть это запусками. Для меня запуск это как будто, извините за мат, ну, вроде я там женщину, которая плохо была от мата, удалил. Понимаете, по мне запуск как будто это, знаете, попахивает каким-то наебаловым. Такой, вот сейчас я сделаю запуск, сейчас я, блядь, прогрею свою аудиторию, значит, нахуярю им там триггеров, короче, и продам, засуну им свой курс. Ну, не знаю, мне это попахивает дерьмом каким-то, вот серьезно. Я не делаю запуски, я просто рассказываю, блядь, про свой продукт с разных углов. Все, там, не знаю, там, отзывы. Самый лучший запуск, блядь, это отзывы. Чем больше, понимаете, результат эффективности там коуча, да, там тренера, специалиста, там онлайн-школы, это результаты учеников. Как бы вы ни хвалили свой продукт, лучше всего за вас скажут ваши ученики, какие они результаты делают. У меня ученики, у меня, я говорю, я таблицу веду, отчетность, у меня ученики зарабатывают 500 000, 1 000 000 с клиента, даже не в месяц, с клиента. У меня это все есть подтвержденно, понимаете? Нахер мне запуски, просто, блядь, зайдите, пообщайтесь с моими учениками, все, вот вам запуск мой, понимаете, поэтому я, блядь, в эти запуски вообще не верю, если честно. Конечно, нужно учитывать степень осознанности клиента, уровень доверия, это все важно, конечно, но если в общем сказать, вот вкратце, да, там, не вдаваясь в маркетинг, отзывы самое важное, чем больше отзывов будете клепать, причем отзывы настоящие, когда людям реально можно написать, и они там не за деньги вам отзыв наклепали, а действительно получили результат. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать для продажи там ваших услуг, продуктов и так далее. Я ваши эфиры слушаю от начала до конца. Спасибо, очень приятно. Покупательская способность упадет. Цены снижаем? Нет, цены не снижаем. Не снижаем мы цены. Понимаете? Вы не Владимир Путину, чтобы принимать решение о снижении цен. Понимаете, вот и цены нужно повышать, потому что с каждым днем, понимаете, вы зарабатываете меньше. Да, вот условно там девальвация рубля и так далее, понимаете, а вы цены не снижаете. Вы же, блядь, не знаю, там кто там. Даже, блядь, цена на нефть растет. Понимаете, вот вы можете сказать хоть один раз, когда цена на нефть падала. Вот, понимаете, вот кризис ебанул, не знаю, что-то там, не знаю, там, кризис, война, еще что-то. Хоть раз цена на нефть упала, да, блядь, ни разу, понимаете, она столько, сука, только растет. Понимаете, всем похер, понимаете, все нормально к этому относятся. А какая разница? Нефть это тоже услуга. И сейчас вот Евросоюз будет в жопе из-за того, что мы им перекроем газ, понимаете, и они вместо того, чтобы покупать газ у нас, у России, будут покупать его у Америки. А это реальный факт, у меня есть знакомые в Германии, которые платили за газ 800 евро в месяц, а будут платить 2000 евро за месяц, потому что мы перестанем им поставлять газ. Кто-то понизил цены из-за войны. Евросоюз, не знаю, там, Америка. Я что-то не видел этого. Чтобы, знаете,
мы поддерживаем Россию, или мы поддерживаем Украину, или кого-то там, мы, блядь, снизим цены на Netflix. Вы хоть раз, блядь, такое видели? Все, скидка, блядь, понимаете? Не, ну есть, конечно, какие-то там разовые акции, типа мы там бесплатно катаем украинцев, блядь, на упряжках там, вот там, в Новой Зеландии, или где-то там, я там видел новость, но это просто пиар-ход, понимаете? Никто цены не снижает, что бы ни происходило в мире, понимаете? Поэтому это не надо снижать, зачем снижать? Понимаете, я когда у Тони Робинс работал в компании, там тоже, знаете, была такая тема, когда клиент недоволен, ему давали скидку, да? И я как бы прихожу к начальству и говорю, нахера вы это делаете? Потому что люди знают, что если они пожалуются, вы им дадите скидку. То есть это уже манипуляция со стороны клиента пойдет. Типа, мне хуево, мне плохо, дайте мне скидку. Нет, наоборот. Не нравится, окей. Там, не знаю, там, либо полный возврат мы тебе делаем, да, там, либо еще как-то. Но не скидка. Ну, при чем тут скидка? Понимаете, что такое скидка? Скидка, это значит, что вы подписываетесь в том, что вы не уверены в своем продукте, в себе, там, в ценности его, да, там, и испытываете какое-то чувство вины, стресса и так далее. Вот. И вы это транслируете на клиента. Не надо скидки делать, короче. Так. Да, вы правы, небо отражается только в спокойной воде. Вы огромный пример силы духа. Спасибо большое. Спасибо, что уделяете время. Пожалуйста. Так. Так, вопросики. У Америки много газа, она в состоянии обеспечить весь мир? Нет, не в состоянии. Я 5 лет учился на геофизика в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина, на метро университет в Москве. Почитайте про сланцевую нефть, сколько она стоит, насколько дороже ее добывать, нежели там в России, да, или еще где-то. Именно поэтому Америка ищет ресурсных доноров. Стран, где она может качать нефть или там другие ресурсы. Вот, почитайте просто, если интересно. Так, давайте, задавайте вопросы. Если вопросов нет, спасибо, что меня смотрели. У меня тут чипсы от кальяна лежат. Вот. Так, давайте, задавайте. Вопросики. Отвечаю на вопросы. Давайте, друзья, у нас тут уже много людей. Чего вы стесняетесь? Задавайте. Там можете просто им там послать мне лучи добра и счастья, если хотите. Мне будет приятно. Так, вопросы. Давайте. Вопросы. Еще раз напомню, у меня вышла книга «Борьба за внимание». Можете ее купить на сайте Book24. Вот. И можете у меня в шапке профиля тоже купить подарочный уже вид книги «Борьба за внимание». Вот. Классная книга, всем советую. Расскажи про мотивы клиента. Про мотивы клиента куча у меня выступлений, тоже наберите в Ютубе Макс Белоусов, там, не знаю, там, этот, психология влияния в маркетинге, там, психология клиента, там, куча у меня выступлений и на Skillbox, и на Синергии, и на мой бизнес, там, и на IMVIC, там, куча у меня реально выступлений, не поленитесь, зайдите и посмотрите, там, очень подробно это все объясняю. Где посмотреть все ваши эфиры? Прям зашел сегодняшний вебинар. Спасибо. Ну, в Ютубе, ребят, Ютуб же, блин, не заблокировали у вас. Ну, что вы, как дети малые. Макс Белоусов, Ютуб. Вбивайте маркетолог, и кучу видео у меня там лежит. Там сотни у меня уже видео на разные темы. Даже не про маркетинг. Я там, блин, и про деньги рассказываю, и про, не знаю, там, что делать, если у вас отец пиздил в детстве, да, там, что я только там не рассказываю. Да и даже про матрицу делал этот... обзоры, и он набрал, кстати, 20 тысяч просмотров. Так что, действительно, видимо, хорошие вещи я говорю. Да мне, блин, вообще, наверное, в политику надо идти. У меня мама говорит, ты так охуенно говоришь, часто выступаешь на телевидении, на радио, иди в политику. Вот. Возможно, вы меня там лет через 10 увидите где-нибудь. Вот. Так, как вы начали карьеру? Тоже в книге все это описывал. Долгий путь. Вот. Если вкратце, то занимался с 14 лет музыкой. Поработал потом, значит, инженером-геофизиком, до этого был официантом и курьером, и кем только не работал. Понял, что мне не хочется работать в офисе, мне не хочется кому-то подчиняться, мне нужно от работы путешествия, интересные проекты, творческая реализация, вот, и свобода. Вот, я это все нашел в маркетинге, если вкратце. Если не вкратце, то почитайте мою книгу. Так, еще вопрос, давайте. Вот, лучи добра. Макс, ты охуенный, спасибо, Алина, спасибо. Ты тоже ничего. Шутка. Ты классная. Так, давайте. Пишите вопросы, пишите. Знаете, мы когда говорим, нам обоим легче. И мне легче, да, потому что, ну, есть с кем поговорить с умными людьми, да, и вам тоже
станет легче, когда, ну, людям вообще надо общаться. Что вот, когда люди не общаются, понимаете, происходит жопа. Вот, поэтому общайтесь, если у вас есть возможность, да, там, с таксистом пообщайтесь, не знаю, там, с соседом пообщайтесь. Вот. Мы люди, нам нужно общение. Так, давайте, вопросики. Если вопросов нет, тогда я это пойду курить кальянчик и делать стратегию для компании Ростелеком. А то мне скоро сдавать ее уже нужно. Кстати, тоже еще раз, стратегический маркетинг-курс скоро уже стартует. Вот, если вы меня смотрите в записи, скорее всего, он, возможно, уже стартовал. Вот, поэтому давайте, не тупите, приходите, вот, занимайтесь, а то сейчас рассрочки отключили, потом кредитная ставка повысится, вот, и в итоге мой курс вы будете покупать не за 100 тысяч рублей, а за 300. Вот, поэтому, чтобы такого не произошло, не тупите, лучше сейчас покупайте. Так, вопросы. Вопросов не наблюдаю. Ладно, спасибо, ребят, за эфир. Спасибо вам большое, что поддерживаете. Спасибо, что смотрите мои сторис, читаете мои посты, вот, там, терпите мой мат, да, там, вот, я без вас бы не выходил бы в эфир, не писал бы, да, потому что я вижу отклик, я вижу, что кому-то, видимо, помогает то, что я делаю, вот, поэтому я и пишу книги, создаю курсы, выступаю на конференциях, да, вот, и так далее, вот, реально вам спасибо большое, что вы есть, вот, я без вас был бы не Макс Белоусов, да, там, а, не знаю, там, где-нибудь там работал бы в офисе, вот, спасибо. Так, вопросы появились. Хорошо, сейчас поотвечаю и пойдем тогда. Почему со стороны России нет такой массовой информационной атаки, как на нас? Есть, просто мы запоздали с этим. Я уже говорил про это в эфире, можете посмотреть, да, там вот предыдущий эфир у меня в ленте. То, что, к сожалению, информационную пропаганду Россия проиграла. Вот, это факт. Вот, мне от этого обидно, больно, но это так. Потому что, к сожалению, всем уже остопиздило смотреть Соловьева, да, слюной брыжущего старого мужика, да, который реально я зашел, как бы посмотрел, и, не знаю, мне стало даже не... Мне скучно стало, понимаете, вот эти вот, знаете, деды там что-то обсуждают по 100-500-му разу, вот, и мне не хватает свежей крови, мне не хватает молодежи, мне не хватает каких-то лидеров мнений, знаете, как Бодров из «Брат 2», блядь, или, ну, «Брат 2», да, вот. Молодого, классного, уверенного чувака, ну, плюс-минус моего возраста, который мне скажет, как к этому относиться, что делать. А таких нету, потому что все ссыкуют, понимаете, все любят поддерживать Запад, либо вообще молчат. Сейчас не популярно поддерживать вообще, в принципе, русскую нацию, Россию, да, там, вот, и сейчас это не трендово, вот, поэтому, к сожалению, нам приходится слушать Соловьева, да, вот, а все, что нам нравится, оно, к сожалению, прозападное, там, Юрий Дудь и так далее, да, вот, если кто не верит, что Юрий Дудь прозападный, хоть мне не нравится в интервью, посмотрите, в каждом интервью он спрашивает одно и то же. Как вы относитесь к Путину? Нахуя он это спрашивает, как вы думаете? Если он журналист, а журналист это кто? Журналист это тот, кто беспристрастно, то есть не занимая ничью сторону, доносит какую-то информацию. Можно ли назвать позицию Юрия Дудя беспристрастной? Нет, нельзя. Вот. Поэтому это не... Журналист это пропагандист, к сожалению. Да? Я очень люблю Юрия Дудя, я смотрел все его интервью, классно. Но, к сожалению, вот человек выбрал такой... формат общения с своей аудиторией. Вот. Я не считаю, что это правильно с точки зрения журналистики. Я нисколько не, там, не знаю, там, ну, критикую его позицию, да, там, или там говорю, что это правильно, неправильно. Нет, просто с точки зрения журналистики это неправильно. Вот. Это мое мнение. Вот. Вот, поэтому не хватает нам реально сильных людей, которые гордятся своей страной, нам есть чем гордиться, понимаете, вот, хер с ним, современная история современной России, да, действительно, много говна, косяков было, понимаете, я тоже в эфире рассказывал, что меня несколько раз могли, блядь, подорвать в Москве, там, в метро, там, когда взрывали, блядь, вагоны, да, там, когда, там, я на Норд-Ост должен был попасть, когда, там, этот захват заложников был, я мог там оказаться, у нас много говна было в стране, понимаете, много дерьма, действительно, в современной России, в истории, ну, блядь, у нас... Понимаете, история России, она не ограничивается этим дерьмом. Почитайте, в принципе, историю России. У нас много было крутого, классного. У нас много гениальных людей, писателей, музыкантов. Нам есть чем гордиться, ученых, понимаете? А в Америке, понимаете, у них ни одной войны на континенте не было, кроме гражданской, блядь, и 11 сентября. Какие у них войны-то были? Все войны они ведут на чужих континентах, понимаете? Вот у них 11 сентября случилось, все, пиздец, блядь, паника, блядь, конец света, понимаете? Ёбнулось две башни. У нас, блядь... Столько взрывов было, не знаю, там, в метро, у нас высотки взорвали. У меня моя тетя, она жила в районе, где взорвали здания, понимаете, жилые здания взорвали. Погибло столько же людей, плюс-минус, сколько вот 11 сентября. Об этом кто-то написал, об этом кто-то знает, блядь, из западных пропагандистов, понимаете, нет, не знают.
Поэтому, блядь, не знаю, ну просто читайте, не знаю, это ваша страна, друзья мои, а чем вам еще гордиться? Что лучше, не знаю, там, сжечь паспорт там и пойти в ноги кланяться немцам, что ли? Вот это лучше, что ли? Понимаете, у немцев тоже, понимаете, немцы же что-то не чувствуют, знаете, вину за то, что они десятки, сотни миллионов человек сожгли, блядь, в этих, в концлагерях и еще что-то. Они что-то вину не чувствуют. Я что-то не вижу, что они там ноги целуют русским, когда я приезжаю в Германию, да. Они, наоборот, у меня свысока, блядь, смотрят, рыгают, пердят, блядь, еще что-то. Они хоть раз, сука, к вам подошли, извинились? Нет. Понимаете? Поэтому хватит вот это вот, хватит стыдиться, блядь, понимаете? Еще раз, вот важный момент, извините за политическую вот эту вот повесточку, да, но просто задумайтесь. Даже когда была Вторая мировая война, и когда Гитлер творил вот эту хуйню, понимаете, его народ поддерживал. А у нас дядя Путин, понимаете, как бы вы к нему ни относились, он ведет двойную войну. Он ведет войну против всего мира, а еще против своего народа. Прикиньте, как хуёвый чуваку, понимаете? Как он спит, блядь, понимаете? Гитлера-то хоть страна поддерживала, понимаете? Там хоть агитация работала. А у нас, блядь, один дядя Путин. А мы его, знаете, это не наше решение, это, блядь, решение правительства. Охуенная позиция, понимаете? Посмотрите, очень классный монолог Бодрова. Бодрова наберите там про войну. Реально, очень классно сказал чувак. Он сказал следующее, что если ваша страна воюет, ни в коем случае не критикуйте ее. Критикуйте после войны. А когда она воюет, поддерживайте ее. Это сказал Бодров, не я. Не надо потом мне говорить, что я там какой-то пропагандист. Это Бодров сказал. Вот, наберите, классное видео, реально. Вот, дальше. Маркетингу можно научиться? Нет, блядь, нельзя научиться. Понимаете, я родился маркетологом. Вы знаете, вот я вот, меня родили и все. Я тут же таргет в Фейсбуке начал настраивать. Нет, конечно, нельзя научиться маркетингу. О чем вы говорите? Спасибо за маты, все понятно и ясно, пожалуйста. Что будет с недвижимостью, ипотеками и т.д.? Ипотеки растут, а недвижимость, мне кажется, это мое мнение, я тоже там полгода назад вложился, я вам рассказывал, купил этот лофт, ну, на перепродажу. То есть я вложил свои деньги и использовал кредитное плечо. Я считаю, и люди, которые меня в этом консультировали, что недвижимость пойдет вверх, что люди сейчас начнут вкладываться в твердое что-то. Твердое – это, как ни странно, люксовые вещи, там всякие роликсы, машины, там, не знаю, там и недвижимость. Что может быть еще твердее, чем недвижимость? Вот. По крайней мере, у вас будет недвижимость, да, там, то есть, даже если будет деноминация рубля, у вас будет недвижимость, вот, и вы в новой валюте или там в новом там этом пересчете уже продадите что-то, поэтому недвижимость пойдет вверх, я считаю. Так, Макс на телевидении, или Макс на телевидении, мы будем вас слушать с удовольствием. Так я уже на телеке, вон, я 2 недели назад ездил, меня пригласили дать экспертное мнение, как маркетолога, значит, на Муз-ТВ будет документальный фильм. Я там целую длинную тираду толкнул, вот поэтому следите за обновлениями, да, там документальных фильмов на Муз-ТВ, скоро меня там увидите. Мне очень приятно, что меня приглашают, реально. Значит, видимо, я говорю что-то дельное. Так, я про соцсети. Так, сейчас прочитаем. Так, вопросы появились, наконец-то. Господи, что-то молчат все, не знаю, может, я неинтересно что-то говорю. Я про соцсети. Сейчас же таргет, их пропаганды, травля блогеров, сливают лично распространение фейков. И чё? Это не вопрос. Так, давайте вопросы. Насчет пропаганды все верно. Она у нас сейчас на уровне как смеха Панорама против Comedy Club со временем. Согласен. Полностью согласен. Реально, мы в информационной войне проигрываем, к сожалению. Так. О, на меня кто-то подписался с эфира, представляете? Вот я сейчас вот эфир веду, а на меня кто-то подписался. Спасибо большое. То от меня, блядь, за 3 дня отписалось 600 человек, представляете? Ну, я уверен, что 90% это были люди, конечно, с Украины, которые просто не поняли, да, моего поста и моего посыла, да. Еще раз повторюсь, у меня жена с Киева, как бы, да, я не против Украины, я, блядь, люблю Киев. Я там раз 10 был, понимаете, у меня там куча друзей и знакомых. Но, видимо, люди не поняли, да, ну, к сожалению. Кстати, объяснение того, что я выкладываю, я, опять же, посмотрите видео, вот у меня 43-минутное видео в ленте лежит, я там все объяснил, мою позицию про политику, про Россию, про Украину, про то, кто я есть, чем живу и так далее. Вот посмотрите, кому интересно. Ну, мало кому это будет интересно, потому что, естественно, легче обосрать и ярлык навесить. Ну, вряд ли, точнее, возможно, кому-то это будет интересно. Вот кому интересно понять мою позицию, можете посмотреть видео. Вот. Так, вы пропустили вопрос. А какой вопрос? Можете продублировать? Я что-то не вижу. Так. Продублировать вопрос я не видел. Ну, вроде на все отвечаю, то, что вижу.
Кстати, ну, я, вы знаете, немножко странный человек, да? Я люблю эзотерику. И, знаете, вот эти вот, знаете, вот, ну, теории заговора и так далее. Вот я очень долгое время слежу за Бабой Вангой. Ну, вот была такая провидица Баба Ванга, да, с Болгарии, можете посмотреть. И, вы знаете, она в 70-е года дала предсказание того, что сейчас происходит и с коронавирусом, и с Украиной, и с Америкой. Можете почитать предсказание Бабы Ванги, а конкретнее про предсказание 5 двоек. Дата 5 двоек. Почитайте. Я охерел, серьезно. Вот мы вчера с женой смотрели, настолько все четко. Вот, поэтому как-то так. Так. Есть ли желание сменить работу в сфере маркетинга сейчас или подождать? Знаете, если меня припрет, если реально моей семье, моей жене, мне будут нужны деньги и не будет клиентов, в чем я сомневаюсь, то я пойду работать кальянщиком. Я люблю кальяны курить, понимаете, хоть я и занимаюсь спортом, боксом, буду раздувать кальяны и там обсуждать с людьми книги, понимаете. Деньги я всегда заработаю, и вы тоже. Как минимум, знаете, 90% людей что-то не обламываются, в интернетах не сидят и как-то работают, не знаю. Такси там бомбят, понимаете, там, не знаю, там курьером работают, вот. Поэтому я считаю, что мужик всегда деньги должен зарабатывать. Что бы ни случилось там в стране, вот. Поэтому, блядь, надо будет, я пойду стриптизером, блядь, работать, чтобы деньги принести своей семье. Вот. Поэтому вообще меня не парит, что там произойдет. Я деньги всегда заработаю, блядь. Отключат интернет, сука, буду ходить, блядь, по домам, как, знаете, эти свидетели Иеговы, буду говорить, купите мою книгу, блядь, за 1000. Я не пропаду. И, блядь, тоже не вешайте нос и хватит опять этой паникерской хуйни. Вы с женой очень красивая пара. Спасибо большое. Мы с ним, кстати, фотосессию делали. Боимся, кстати, выложить эти фотографии, потому что опять не поймут, засрут. Но я думаю, что выложим в любом случае, потому что мы реально там красивые, классные. А сейчас, ну, мне кажется, не хватает людям добра и красоты. Хотя, когда мы фоткались, на нас так бабка смотрела, как будто мы, блядь, не знаю, там кошку режем, блядь, я не знаю. Ну каждый по-своему реагирует. Еще раз повторю, лучшее противостояние против войны – это жизнь. Вот. Это не агрессивничать, это не писать кому-то, что он мудак, да, там, как бы, а жизнь, жить. Вот. Поэтому мы живем, стараемся с женой. Вот. Чего я вам желаю. Так. Что Ванна сказала о войне в Украине? Ну, наверное, не Ванна, а Ванга. Ну, зайдите в Google. Зайдите в Google, наберите предсказание Бабы Ванги. Почитайте. В Google же вас не заблокировали же, правильно? Так, книгу Тони Робинса «Разбуди в себе исполина» прослушал раз 15, наверное, поэтому все ваши слова откликаются. Спасибо, очень приятно. Вы меня сравнили с Тони Робинсом, мне очень приятно. Так, чем закончится, говорит Бабан. Ладно, вкратце расскажу. Там, конечно, пиздецовое жесткое предсказание, но после всей хуйни, всего дерьма, если мы выживем с вами, да, то, надеюсь, я выживу, а то мне еще книги писать. Вот, если нет, ну и ладно. Я считаю, что я нормально, интересную жизнь прожил. Вот. Если я все-таки выживу, и вы в том числе, да, то она говорит следующее, что Россия станет великой державой. То есть, ну, Россия станет великой. Вот. Это ее предсказание. И мне кажется, что Путин к ней ходил и все это знает. Поэтому настолько он уверен в себе. Вы посмотрите, как он выступает. Пиздец, вообще даже, блядь, сука, глаз не моргает. Понимаете? Это я тут сижу, меня тут всякую хуйню в директ пишут, да, там меня угрожают, оскорбляют, там говнят, вам тоже могут говнить. А, понимаете, вот, берите пример с Путина, блядь, вообще, блядь, железные, сука, яйца, стальные, даже не стальные, блядь, а не знаю, блядь, какой самый твердый металл, блядь, там, не знаю, там, этот, цирконевые, блядь, яйца, я не знаю, понимаете, ну, похуй вообще человеку, то есть, вообще, блядь, прет и прет, все делает, вот, берите пример хотя бы с уверенности Путина, понимаете. Так, когда выйдет ваш трек? Блядь, да на самом деле он уже готов. Я его в декабре уже написал. Опять же, я не знаю, как на него отреагируют. Реально. Вот я... Песня крутая. Песня о больном и насущном. Реально. Я даже клип планировал снять. Клип мне сейчас посчитали 1.5 ляма выходит. Вот, ну, клип вряд ли я буду сейчас снимать. Деньги нужны, да. Но трек я выложу. В ближайшее время ждите, смотрите. Да, и вы увидите мою творческую сторону. Потому что многие знают меня только как маркетолога. Я еще и музыкант. И я считаю себя талантливым музыкантом, вот, поэтому, ну, отреагируют, как отреагируют, но я реально, я считаю, что трек охуительный, реально, вот, очень крутой, там очень сильный текст, вот, всем, кому давал слушать, всем нравится, вот, поэтому, ну, я выложу обязательно его, да, вот. Вот как вот у меня будет настроение, знаете, вот как сейчас я вот вышел в эфир, я же спонтанно все это делал, мне же нету медиаплана, знаете, вот, нужно выйти в эфир, продать свою книгу, нет у меня такого, или там курс продать.
или там, не знаю, там выйти в сторис, там, не знаю, там прогреть, да, у меня такого плана нет, я все по настроению, по наитию делаю, вот. Поэтому, как у меня будет желание, да, там, я почувствую, что время пришло, я выложу трек, вот, и буду рад, если он вам понравится, вы там как-то оцените, скинете друзьям и так далее, вот. Потому что я с творчества вообще не зарабатываю, от слова совсем, ни рубля еще с своих песен не заработал, только вкладываюсь в оборудование, в репетиции. Это гигантский процесс, это большой труд. Так что, если у вас есть друзья, знакомые музыканты, знайте, что это пиздец. Это очень тяжело. Это, блядь, вам не сидеть там за ноутбуком, креативы, блядь, пилить. Это нужно покупать аппаратуру, учить ноты, уметь петь, репетировать, блядь, с командой. А чтобы порепетировать, нужно, блядь, сука, приехать, привезти, сука, это все оборудование, настроить, 3 часа там отыграть, спотеть, блядь, не жрать, не спать, понимаете, как бы там писать эти песни, блядь, выкладывать, продвигать. Ёпта, потом читать критику, что говно, блядь, не нравится, понимаете, там еле-еле собирать там 100-200 человек на концерты. Это большой, гигантский труд, реально, поэтому, если у вас реально есть знакомые музыканты, вот, уважайте их, это очень тяжело. А, плевать, как отреагируют, выкладывают трек. Ну, раз уж про это сказала продюсер Даша, ну, я думаю, что выложу. Спасибо, продюсер Даша, мне приятно. Так. Алмаз самый твердый. Все, у Путина алмазные яйца. Все, класс, можете зафиксировать. Так. Ну что, я считаю, что на хорошей ноте закончим этот эфир. Спасибо, что смотрели меня. Люблю, целую вас, обнимаю. Покупайте книги, курсы. Вот. Дайте мне возможность заниматься творчеством дальше. На творчество нужны деньги. Вот поэтому покупайте у меня курс, он пиздатый. Будете зарабатывать 500 тысяч, там, миллион в месяц, вот. А я буду дальше писать песни, вкладываться в Инстаграм, чтобы больше людей слушало мои умные речи с матом, вот. Ну и буду дальше писать книги и делиться полезным. Видимо, вам действительно это полезно. Все, спасибо, с вами был Макс. Пока, удачи, любви, терпения вам, здравия, да, там, счастья. Вот, пусть все будет хорошо у нас у всех. Никто не хотел того, что сейчас происходит, вот, и... Человек с алмазами и яйцами тоже вряд ли этого хотел. Ну, короче, имеем, что имеем, вот, и будь, что будет. Все. Всем спасибо, всем пока.